147-й зенитный ракетный полк «9-30». На плацу выстраивается личный состав под важные проводы почти двух десятков сержантов и солдат. Они отслужили установленные сроки срочной военной службы, выполняли свой гражданский долг. И вот, наконец, священный ритуал – окончание очередной страницы в их жизни. Перед лицом своих боевых товарищей более 20 мужчин, которые, как говорится, не косили, не бегали от военкомата. В этот день уже не будет смотра, занятий и роты отбой. Торжественная церемония. Благодарность бойцам. Лучшим вручают грамоты. Благодарю за службу. Кто-то из них служил год, другие полтора, но все практически единогласно отмечают. Принятие присяги до увольнения один лишь миг. Служба была насыщенной и интересной, многие участвовали в крупных учениях и маневрах. Из-за ворота части выйдут уже совсем другие люди. Я советую пойти в армию. Здесь просто познаешь своих друзей, товарищей, все появляются настоящие друзья здесь в армии. Ты чему-то учишься сам, каким-то качеством военным. Коллектив, друзья, останется после армии, есть что будет вспомнить. Будет что рассказать родным, детям своим. Как бы остаются очень хорошие воспоминания. Они уже строят планы на будущее. Вернувшись домой, вчерашние солдаты и сержанты получат привилегии. При поступлении и обучении в вузах за ними сохранилось и рабочее место. Думаю поступать в следующем году уже на высшее образование по специальности. То есть специальность у меня техник-химик, соответственно, получить высшее образование по данной специальности. А там уже искать работу, создавать семью. Праздник с оттенком грусти не только для увольняемых в запас, но и для их командиров, которые без доли сомнений отмечают – это лучшие бойцы. Без дисциплинарных взысканий, без суток на гоп-вахте, они с честью и достоинством прошли службу. Этот ритуал, наверное, является одним из самых важных в жизни каждого солдата, наверное, самый важный после присяги, потому как после продолжительного времени пребывания в части, вот, после продолжительного, когда не видит маму, папу, хочется домой. Торжественный марш и путь домой. 147-й зенитный ракетный полк проводит своих бойцов. Торжественному маршу! Рота, подъем! Будет сниться страшным сном. Рота, отбой! За окошком дембель мой. Максим Кембель, Николай Силков, Андрей Богдан. Итоги недели.